Ни погода, ни помеха для спорта. Команды «Щелково Раннерс» и беговой клуб Лосино-Петровского объединились, чтобы совершить дружескую пробежку по неизбеганным местам Подмосковья. Старт был дан в поселке Монино. Здесь к инициаторам присоединились спортсмены из Королева и даже столицы. Вместе им предстояло преодолеть расстояние более 50 километров. Трек под весьма оригинальным названием «Дворянские версты». Что не случайно. Он проходил через 5 подмосковных усадеб, красивейшие и живописные места нашего и соседнего городского округа. И если кого-то холодный ветер с дождем пугает, то любителей спорта и приверженцев активного образа жизни непогода, напротив, даже радует. Главное, не жарко, было бы хуже, если бы было на самом деле жара, там градусов 20-30. Сейчас бежишь, отлично, вообще перегрева нет, главное правильно одеться, чтобы и не взмокнуть, да, там не охладиться сильно и не вот перегреться. Однако горячий чай, домашняя выпечка на последней остановке на маршруте перед финишем стали приятной неожиданностью. Так беговое сообщество «Щелково Раннерс» поддержало участников пробежки. Мы решили даже малочисленному составу бегунов вот оказать такую поддержку. Горячий чай, как оказалось, кстати, сладости, вкусности, изготовленные собственными руками. Подкрепившись и немного отдохнув, спортсмены вновь устремились в путь уже к финальной точке на маршруте – памятнику Александру Сергеевичу Пушкину в Щелкове. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.